Могу ли я хотя бы один день не гневаться? Могу я хотя бы один день не врать? Могу ли я хотя бы один день не осуждать? Если мы такие вопросы себе задаем, братья и сестры, тогда это не будет внешне, это будет искренне и по-настоящему. И тогда действительно благодать Христа Спасителя вселится в наше сердце, и тогда мы, может, поймем своего близкого, почему он так поступил с нами, а не иначе. И тогда у нас будет такая, знаете, мотивация простить друг друга. Ныне и пресно, и во веки веков. Господу помолимся. Владыка Господи Боже наш, Зиждителю, Создателю, Свидетелю всех благословим, веков густевшие, с ними же яйца нас соблюди в благости Твоей, яко причащайся в исполнение Твоей запильно подавай. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Далее с праздником Христос воскрес! Христос воскрес! Громко Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! С праздником! Христос воскрес!